Дезли, живи! Ё-моё, ребята, он умер смертью героев. Что-то не так, ребят, посмотрите на мои руки, на мой нож, на все посмотрите, я даже себя выше подвинул. Здарова всем, ребята, меня зовут Кента ПК, и прямо сегодня мне написал мой подписчик, что он нашел самый жесткий и самый нереальный баг. Я, ребятки, смотрел скрины, это просто что-то невообразимое. Он просто летает сквозь карту, это было очень-очень жестко. Поэтому, пожалуйста, ребятки, поставьте лайк и подпишитесь на канал Кента ПК, потому что прямо сегодня мы все это попробуем повторить. Я прав, Леша? А ну покивай головой. Ну, вы, мои уважаемые подписчики, поставьте лайк и подпишитесь на канал Кента ПК. Ну что же, а мы начинаем. MyStandoff.com — это топовые скины, моментальные выводы, крутые бонусы. Ссылка и промокод в описании. MyStandoff.ru. Для данного бага нам, ребятки, необходимо переместиться на Plant A. Дальше после Plant A мы идем вот сюда. Запоминайте внимательно. И прямо сейчас вы, ребятки, будете просто в шоке. Для данного бага нам нужен всего лишь один друг. Мы на него запрыгиваем и начинаем вместе прыгать. И вы просто посмотрите на это. Что это такое? Вот это да! Я просто в шоке. Да ну! Просто обалдеть! Вы посмотрите на Лёшу, Лёша не понимает, что происходит, он думает: Кент, Кент, и меня туда возьми. Не, Лёш, ты уже тут был, а я не был ни разу. Просто, ребята, посмотрите, это реально очень жесткий баг. И самое главное, этот баг не слитый. Лёша его нашел сам, он мне написал, мол, Кентуха, этот баг нашел лично я со своим другом, поэтому это самое-самое главное. Так, ребятки, вот тут везде невидимая стенка, то есть... Тут еще... Слушай, а как мне выбраться отсюда? Вот это, конечно, вопрос. А ну-ка. Вот тут реально, ребят, везде невидимая стенка. Вот я вам отвечаю. Вот тут, видите? Вот тут. А ну-ка. А ну-ка, выше можно пробраться? Да, выше можно пробраться. Слушайте. Обалдеть. Вот это, конечно, да. Ничего себе. Смотрите, куда я залез. Я просто в шоке, ребят. Тут опять какая-то невидимая стенка. Сверху тоже невидимая стенка. Что это? Куда я провалился? Египетская сила! Посмотрите, где я! Я, ребят, попал под карту! Обалдеть! Ну ладно, давайте сейчас повторим этот баг еще раз. Ну а прямо сейчас мы при помощи одного небольшого бага все трем зашли за одну команду. Леха, погнали! И попробуем вместе с Дезли залезть на самый-самый верх. И посмотрим, сможем ли мы друг друга подсадить. Так, дружище, становись сюда. 5 minutes later. Опа, ребятки, посмотрите, кто тут. Я тут, Дезли тут, а вот Алёша был снизу. А, он вообще вылетел. Поэтому нам нежелательно падать. Ребятки, посмотрите на это все. И самое главное, это все можно простреливать. То есть вы можете убить совершенно любого противника. Вот, например, я стреляю, еще будут патроны, смотрите. Да-да-да, патроны остаются. Блин, это очень прикольно и очень-очень круто. Также, посмотрите, если я стреляю сюда... А тут уже патроны не пролетают. Это, блин, я не понимаю, как возможно патрон тупо в воздухе. Блин, ну это прям очень-очень жесткая тема. Так, Дезли, смотри, сейчас будет сложный трюк, повторяй за мной. Понял? Тут, короче, можно везде провалиться. Надо прыгнуть сюда. Вот видишь, куда я прыгнул. Оп, прыгай за мной, прыгай за мной. Давай-давай, Дезли, давай-давай-давай. У тебя все выйдет, братанчик. Ой, красавчик, обожаю тебя. Так, ребятки, залезаем повыше. Вот тут везде есть невидимая платформа, и через нее просто нереально провалиться. Да-да-да. Но... Прикол в том, что вас не видно, но вы можете спокойно простреливать ваших противников. Но я настоятельно прошу, не портите игру нормальным игрокам. Так, Дезли, просто прыгай вверх, тут уже ты нигде не провалишься. Прыгай вверх, просто прыгай вверх, ко мне залезай. Да-да-да, красавчик. Не-не, тут уже нормалды, тут уже можешь не бояться. Я хочу попробовать залезть сюда. Я не знаю, это выйдет или нет. И я для этого взял Дезли. Так, а ну-ка, Дезли, прыгай, прыгай, прыгай. А-а-а, тут сверху тоже невидимый потолок, слышишь? А ну-ка, еще раз стой на месте. Да-да-да-да, тут сверху тоже под невидимый потолок. Давай, прыгаем, прыгаем, прыгаем. Да-да-да, тут, короче, сверху невидимый... Стой! Да ну, я опять упал! Ну, блин, ребята! Ну, почему жизнь настолько коротка? Ну, я хотел жить, я хотел к мамочке. Но нет, я обратно упал! Также мне Лёша сказал, что, возможно, у нас выйдет попробовать буст. Ребят, это будет очень плотно, а ну-ка, я залезаю сюда. Да-да, видите, сверху надо мной тут тоже платформа. Прямо сейчас я встал, и, возможно, я полечу. Не, я не полетел, ну какое-то определенное ускорение было. Так, Дезли, давай еще раз так. Залезай сюда.
достаю и... Блин, не, ребятки, походу буст у нас все-таки не выйдет сделать. Хотя очень сильно хотелось, а ну-ка. Не, не получается. Дезли, пробуй сюда сесть. Может быть, я попробую вылезть наверх. Ну, вроде бы тут, ребят, невидимая стенка. Ну-ка, я смотрю. Да, тут невидимая стенка. Я прыгаю. И у меня, к сожалению, ничего не получается. О, Дезли, слушай, а давай попробуем перепрыгнуть сюда. Слушай, если у нас выйдет перепрыгнуть через ограждение, это будет очень круто. А ну-ка, давай попробуем. Я просто знаю, что это возможно. А ну-ка. Давай. О, я запрыгнул. Да ну, я... Блин, я упал, прикинь, я запрыгнул и упал. Подсади меня обратно. Блин, ребят, вот это прикольно. Ребят, я просто в шоке. Дезли, давай, братанчик, запрыгай к папочке. Ой, красавчик, прыгай ко мне. На меня залезай. А ну-ка. Стоп, и куда ты можешь? А ну-ка, давай. Идем вперед, потихоньку, осторожно. Блин, вот это круть. Я просто в шоке, куда мы залезли, Дезли. Потихоньку вперед идем, маленькими шажками. Маленькими шажочками. Только аккуратно, не провались. Понял, вот тут, скорее всего, уже невидимая платформа. Тут ты можешь просто провалиться. Ну, пробуй, понял, попробуй как можно дальше прыгнуть. Как можно дальше, попробуй прыгнуть. Вот с меня прям. Давай. А ну-ка, Дезли, живи. Ё-моё, ребята, он умер смертью героев. Ребят, как я понял, тут уже невидимая платформа, она, к сожалению, заканчивается. Блин, но все равно очень прикольно, видно респу. Ну давайте, на всякий случай, я попробую прыгнуть. Может быть, у меня что-то выйдет. Но нет, я обратно упал. Я просто в шоке, ребят, я очень долго летел вниз. И посмотрите, что с моими руками. Что это? Как это? У меня нету слов, посмотрите. Обалдеть! Я просто в шоке, пацаны, посмотрите. Блин, что происходит? Такое ощущение, что со мной что-то не так. Определенно что-то не так. Ребят, посмотрите на мои руки, на мой нож, на все посмотрите. Я даже себя выше подвинул. Обалдеть, вот это жесткий бах. Я просто в шоке, нету слов. Короче, ребят, на такой замечательной, прекрасной ноте мы заканчиваем это видео. Обязательно поставьте лайк, подпишитесь на канал Кента ПК и напишите любой хороший позитивный комментарий. С вами был ваш Кента ПК, всем удачи, всем пока. И еще раз напоминаю, данный баг только в ознакомительных целях.